Уже. Быстро. Ну и все. Че, на юг? Да, как можно ближе. Сразу оптику смотрите, оптички на юге. А вон ж, это КамАЗ летит, КамАЗ на юге. В деревню заезжает. Да, вижу. Ёбаный рот этого казино. Шатай. Прям с отрядом, отряд высаживается. Да, это деревня, что ли? Не знаю, ебанул просто. Я высоко, ой, высоко, блядь. Я сказал высчитать, сори. Часть в низину убежала. Свертел. Это рандомная кашка. Это рандомная кашка, да? Слушай, нормально, четко. В КамАЗе одного убил. Да-да-да. Можешь левее в низину херануть, чуть ближе взять. Ну все, у кашки все. По крайней мере, врагу не достал. У меня еще есть. Ответочка пошла. Зеленый дом. Темно-зеленый. Зеленый дом? Да. Сейчас трассе рассмотрю. А, такой один этаж, да? Да. Блин, сука пошла. До нее пойдет, блин. Убил его. Ой, упал, да. Кто-то нашего напали. ДВшка, смотри, что ДВшкой. Живой. Задымляйте быстрее, задымляйте. У меня нет дыма. В смысле, блин, вы что? У меня рюкзак ведь забит. Беком задымляйте. Подавите этого, блин. Пойдите, где он лежит. Я бы его дымах. Проблема только в том, что нет. Снайпер работает. Снайпер не работает. Правее где-то выше, правее выше. Я его вижу, блядь. Правее выше в зеленой гряде. Сейчас посмотрю. Блядь, у него пиздец, он очень плохо лежит. Ну а кашка на. Ложись. Слева была. Вейкера вытащили? Нужен еще. Тут Айдар рядом лежит. Ярче живой? Да. Стреляй в те елки еще, я вроде его зацепил, он без сознанки скорее всего. Секунду. Вот видишь, где бит лежит? Вам пулемет работает, аккуратно. Пулемет работает. Ныкайтесь, дайте мне время. Пулеметчик минус. Принял. А я пошел патроны набирать. Нам надо на ДВшку кому-то. У кого рация километров? На двушка. Я тоже на двушка. Это двушка. Так, забил в елку. Еще работает там. А, это ты добил, да? О, труба отходилась. Да, все, готов. Да кто по мне ГП сейчас? Там свои кидают. КамАЗ завелся. Да мы в городе свои нет. Викер, по-моему, появился Викер.
КамАЗ, есть труба? Да. У тебя снова сейчас? 26-я. 220, КамАЗ приезжает. Минус, хорош. Все живы, уходите. На юго-восток продвигаемся. Я чужой. Ранен. Скажите, подальше слои проходят. Надо помощи тут. Сейчас иду за тобой. Враг враг работает. Да я работаю. Ты там уже что ли? Да, я ж метку поставил. Что за граната? Вражеская. Взорвалась, там я убил одного. Ну а там и сидел примерно. По мне работает. Видишь елку, которая упала на западе? Граната. Потом он тебе дошел. Да, видим. Мне прокидывают гранату, что делаете? Там сгорит, что ты сидишь, да? Блин, я сейчас помру. Чей пулемет зажимает? Мальчик. Я вижу, что с тыла сидит все как пехота, бля. Это, наверное, свои. Мне показалось, он свой бегал. Кто пулемет? Пулемет был у наших союзников, НАшников. Ой, а это что? Вот опять пуск. А значит, враги делают пуски. Что, поднимаемся к ним или дальше не спускаемся? Шатаныч, надо только через оптику смотреть, таги нам не помогут. Жив? Видел там этого семерочника на кромке леса на 60 сидит. Без каски. Я понял, я сейчас попробую подтянуться, тоже посмотреть. Видел пуск. Потом он нам продолжает. Я ранен. Он упал. Запада от меня. Слышу. А, с запада, да? С запада? Или с востока? По востоку нам бы ходить, по этому, по руслу. И на западе от вас есть. Мне смещаться на восток? Слышу, да, слышу. Тебе южнее надо сместиться. Ярче, ты с трубой? Нет. По руслу на юге. У меня есть РПГ-18, я не уверен, что она пробьет, конечно. Но просто имею в виду. Попал. О, блять, шайтан. Сейчас, да, если надеюсь, что он не умер. Принеси уже ту шайтану и будь ты сюда. Вот это сейчас было вообще... Бляха-муха! Что случилось? Я с себя своей же гранатой вырубил, блин.
Осколки идеально все-таки работают. А Морису голову откушу за СВД. Ого. А Морис, ты живой вообще? Да. Я в чайку подавился. Принял так. Шайтан. А куда медики поехали, Вейкер? У нас в упор контакт. Ярче жив? Так, я двинул в сторону. В упор контакт. Отходи, отходи. Не могу. Кого гпшат? Меня гпшат. Ровно запад от меня. Кто работает? Враг. Раз жахну, блять, вот правда, в следующий раз просто ёбну её с тура. Только если поближе подлетит. Так, у меня пехота бегает, не вижу кто. На юге. На юге, понял. На ГХ едет. Метку кинь, харепку. Так. Походу. Походу по харьку. Почти в упор. Но походу карту пока открыл, поймали его. Он на метке был? Ну он. Че, севернее вроде? Упор почти к нему ходит. Я убил этого. А, убил? Че там визуально? Шайтан, может поскорить, харька сходить? Ну че, отдвигуем? Добил. С ДВшкой был. У них черная часовочная форма, черная. Все равно сдвигу, давайте. Ярче, если получится, попробуй ДВшку хватать. Видел еще одного. На западе от нас. Да, да, я смотрю, там будет не видно дракон. Понял где? Да, да, да. Левее уходит. Убил. Добивай. Завтра еще есть. Отступай, отступай. Ты? Минус. Угу. Отхожу. До харька я не дойду, они уже там. Хорошо, давай. Я сметку дам. Скорее всего, без сознанки будет. Там такой хребет, шайтан сейчас по нему шел. Большой. Я понял. Он бежал именно, да? Да, да, он без сумки, без всего, просто бежал слева направо. Я просто по нему поработал. Я по нему поработал, он менял позицию. Фоксов контакты уже, ни хера. Смотри того, не встал, потому что я ему вкинул, может. Не, я отхожу нахер, слишком открыто. Понял. Метку обновлю.
Я левый фланг смотрю. Там же бежит, там. Попал. Двое убрал там. Бэха, 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 бэха! Мэтт, ныкайся. Там же, где они были вдвоем. Понял, 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 понял. Жду ее. Около елки решается чистота. Попасть сможем? 270 метров. Сможем, конечно. Не вижу ее. У нас упор. Нас поделились. Где Викер, где? Зап. Меняю позицию. Вот за запад, да? Понял, Викер. Дал точку. Газа 24-ку подбили. Бекер. Добил? Дымычи, дымычи. Я попал у дерева, 22 не тут кинул. Добил или нет? Не знаю. Я ему тоже дал туда. Левый фланг, смотри, я там не прикрываю теперь. Понял. Теперь правый фланг, смотрю. Я левый как смогу закрою. Там же бегают еще. Север, север, внимание. Может, придется завестись, чтобы север перекрыть. Юг нет, нет смысла перекрывать. Задний ход сейчас. Стой. И не глушить уже, мы уже спалились. Все. Как ты выжил, сука? Это наши, что ли? Не по тебе? По мне, бля. Понял. А чё там по мне? Блин, стреляй по врагу, а по мне свои. Это я, случайно. Даже не понимаю. Ранен. Уходи. Не могу, глушак. Справа, справа, за дорогой! Закрой дымами. Чё-то летит. Тихо! Это чё такое было? Файтер разговаривает. Чё? Это не ты был? Нет. Это походу был я. Я пока чихал, случайно хотел вырубить микрофон, но нажал на крик, наверное, сорян. Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.